матча, вырванные на зубах победы, с чем это связано? Вроде бы была пауза, и нам обещали, что лучший блеск и красота, а на деле видим. Ну, мы настраивались сразу на две очень серьезных игры, потому что команда «Прогресс» в этом сезоне очень хорошо играет в обороне, не дает забивать голы себе. Поэтому такие игры на морально-волевых выиграли. А то, что главный источник информации, там больше половины команды. Еще раз? Главный источник информации о сценарии, у них больше половины команды. Да нет, я думаю, не за это. Просто очень хорошо ребята в наши играют. Тренер очень хороший, поэтому они хорошо играют. Прессинг очень жесткий был. Я давненько, кстати, не видел, чтобы сценарий с таким трудом испал прессинг. Ну вот, да, очень тяжело выходили, но вот поэтому заслуга команды «Прогресс», они очень хорошо прессингуют, не смогли ничего сделать. Все равно забили свои голы, вырвали победу. Ты бил зрячий или какой-то там элемент везения есть в твоем забитом? Ну, с углового всегда бьешь в створ ворот, пытаешься попасть, а там уже рикошеты от чужих, от своих. А у тебя, по-моему, чуть ли не единственный эффектный удар издали был? Просто ну да. Мяч лег, или сопротивление хорошее было? Ну, просто мяч лег на ногу, пробил низом, там рикошет, гол.